Жила-была маленькая Баба-Яга. Она на носу у нее была огромная-преогромная бородавка. Когда она ходила в школу, через сильно дразнила. Она обижалась. Как-то раз она решила сварить волшебное зелье и вывести эту противную бородавку. Добавить этого, вот этого, парочку этих, шпотку этого, чтобы хорошее зелье получилось, чтобы оно сработало. Ой! А когда зелье пролилось на пол, у избушки выросли куриные ножки. Вот такая вот история. Может, оно и к лучшему.